Сегодня, герои, поздравить хотим. Вас много, мы вами гордимся. Мы помним, мы любим, на этом стоим. На вас походить мы стремимся. Великая Отечественная война коснулась каждого жителя нашей страны. Нет семьи, в которой она не отняла близких, не разрушила жизни, не лишила детства. Поэтому даже по прошествии 78 лет потомки продолжают чтить память воинов, давших отпор врагу. Мы будем помнить, что такое война, а ветераны, наденьте свои ордена. Ежегодно на Расторгуевском кладбище у мемориального комплекса, посвященного воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны, проходит торжественный митинг. На этот раз его посетили более 50 человек. Ветераны, представители администрации, депутатского корпуса и Росгвардии, неравнодушные жители. День Победы, близок которых каждому из нас. Мы вечно будем чтить и помнить всех, кто сражался в неравной схватке с врагом, защищая до последнего дыхания отчизну, и тех, кто выстоял в героической битве за свободу и независимость великой державы. Хочу всех поздравить с праздником Великой Победы, пожелать всем крепкого здоровья, мира, и чтобы ангел-хранитель всех оберег. С каждым годом ветеранов становится все меньше, тем важнее помнить об их подвиге и не забывать уроки истории. Присутствующие почтили память павших воинов минутой молчания. Прозвучали оружейные залпы в их честь. Затем участники митинга возложили цветы и букеты к мемориальному комплексу, посвященному воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны. Екатерина Борисова, Кирилл Иванов, Ольга Садовская. Видное ТВ.